И в 1976 году композитор задумал написать произведение, которое будет посвящено этому замечательному составу. В этом же году московское трио исполнило премьеру трио-сонаты для скрипки, виолончели, сопровождений фортепиано и ударных сочинения 21-го. А затем с триумфом трио-соната прозвучало на крупнейшем международном фестивале современной музыки в Германии. Я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену московское трио. Александр Бондурянский, Владимир Иванов, Михаил Уцин. Thank you.
Thank you.